Мы видели только начало, но масштабы гораздо больше. Мы получаем сообщения об инцидентах по всему миру. Все неофициальные свидетельства сходятся в одном. К нам явились люди из прошлого. На берегу обнаружено женское тело. Причина смерти, по-видимому, удушение. Я с гордостью представляю вам нашу первую сотрудницу с мультивременным опытом. Может, дадим Ларсу в напарнице новенькую? Не думала, что моим первым заданием будет расследование убийства. Я сам немного в шоке. Это что сейчас было? Встретила старого знакомого. Можно личный вопрос? Как в бюро относятся к сексуальным контактам между коллегами?